Привет! Сегодня мы будем исследовать невероятный парк. Поехали с нами! Вот они поднимались наверх, смотри, да? Там не было прохода. Этот парк называется Magic Garden в Филадельфии. Тут все сделано из мозаики. Это такие маленькие стеклышки, плиточки и тарелочки, из которых складывается рисунок. Ух ты. Я думал, сюда нельзя зайти. Вот, слушай, тут три кресла есть. Посмотри. Один для Марии, другой для папы и один для мамы. Ну точно, слушай, я уже начал их замечать. Смотри. И тут тоже есть. Ты куда-то летишь? Скажи, я Мария. Подписывайтесь на канал. Тут очень красиво. Все эти мозаики и фрески сделала семья Загар и его жена Джулия. Ну а сейчас мы идем исследовать другую часть парка. Тут используют не только стекла, но и колеса от велосипедов. А тут что у нас интересненького? Мы зашли в музей в таком же стиле, как и парк внизу. Даже туалет, смотри, какой. Вау! Интересно. Вау! Здесь и зеркала использовали. Очень красиво. Вот такой получился влог. Спасибо, что были с нами, и до встречи в новых видео. Пока!